це цитруса. Цитрус ніколи не буває на самом деле плавно. Цитрус не тільки додає вітаміна С в наш організм, а цитрус ще і допомагає дуже неплохо проявити характер жира. Изначально в Генриксе идет очень большое количество цитрусовых цитрусов во время приготовления. Поэтому, дополнив немного его как раз таки ароматикой свежего лайма, мы лишь усилим этот приятный, деликатный, слегка сладковатый аромат и вкус. Зеленый шатрес. Ликер, который состоит из более чем 130 различных трав, пряностей и корений. Это потрясающая история, действительно потрясающий напиток, который случайно называют Франц эликсиром. И, конечно же, Хендрикс. Добрая, щедрая порция джина, которая добавит нашему напитку яркого аромата и вкуса. Ну, а чтобы она была совсем щедрой, мы добавим еще немного. Мое мнение, что крепкие напитки всегда должны быть крепкими. И, соответственно, коктейли, которые мы делаем для крепкого алкоголя, тоже должны быть крепкими. Когда кто-то говорит о том, что коктейль – это совершенно не крепкий напиток, я считаю, что человек немного ошибается, поскольку любой коктейль изначально существует для того, чтобы дать возможность людям находиться на крепкой части. Для аромата.